Действительно, Сочи благодаря олимпийскому наследию принимает десятки событий мирового уровня. Только сегодня в списке запланированных около 140 значимых мероприятий. Каких именно, сегодня представителям санаторно-курортной отрасли рассказали на специальной встрече в городской администрации. Одно из самых ожидаемых событий зимы – это Всемирные военные игры. Они пройдут в Сочи с 24 по 27 февраля. В играх, которые называют мини-олимпиадой, примут участие спортсмены из числа кадровых военнослужащих из 40 стран. Вход на соревнования в Ледовые дворцы Олимпийского парка и на объекты Грозы Хутор свободны. Единственное, хотел бы обратить внимание о том, что за подъемник, который будет на непосредственно место проведения соревнований, необходимо будет заплатить. Само же посещение соревнований бесплатно. В прибрежном кластере также бесплатно можно будет посетить в Ледовом дворце «Айсберг» и в Большой ледовой арене. Кроме того, в числе массовых соревнований с бесплатным участием – это празднование 500 дней до старта чемпионата мира по футболу. Большой праздник пройдет в эту субботу на площади у ратуши «Розы Хутор». Ну а в ближайшие полгода Сочи примет ряд коммерческих мероприятий. Это первый международный фестиваль «Барабаны мира», матч всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу, юбилейный фестиваль Юрия Башмета, «Формула-1». Также в Сочи с программой «Тотем» приедет цирк «Дю Солей». Список мероприятий можно найти на сайте городской мэрии.